Тема сегодняшней лекции – периодический закон Менделеева в свете строения атома. Энергию, которую необходимо затратить, чтобы оторвать электрон от атома и переместить его на бесконечно далекий от него уровень, называется потенциалом ионизации. Мало кто знает, что при этом атом становится полностью заряженным. Это в своем постулате пишет и Луи де Броля. Он связал импульс движения материального объекта с длиной волны этого объекта. Спасаться слишком поздно и замечен там, где только можно. Я тебя узнаю с красным лаком. Эй, малыш, ты добр за диаку. Только-ми, только-ми я открываю тебя. Только-ми, только-ми сначала больно, потом приятно, наутро стыдно. Ну вот такой выпускной. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Юбку зацепиться для того, чтобы тебе присниться. Нам сегодня будет очень-очень. Эту ночь мы не забудем точно. Только-ми, только-ми я открываю тебя. Только-ми, только-ми сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Ну вот такой выпускной. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно. Ну вот такой выпускной. Сначала больно,